Ну, Володя, как, что так называется? Родите вас, осветили в группе, да, да. Она такая, ну, называется так, так, я потом вас с ней разговариваю. Она такая, ну, в общем, да, вот название такое, такое, там, татарской части и музыки, там, т-т-т-т-т-т. Причем хорошо получается. Такую паузу удержит секунду и начинает петь по-татарски. Я такой, нифига, говорю, Наталья Александровна, подожди, говорит, я написать не смогу. Записать. Аккуратно, да. А что вам сложнее всего сказать? Димон, ты сможешь сделать, что сложнее всего сказать? Ну, продолжай. Вам. Какой странный вопрос. Я это не могу. Что сложнее всего сказать мне? Да. Да ничего, все просто мне говорить. А вам? Обманывать не надо просто. Нет, ты хочешь сказать мне или чтобы я что-то сказал? Нет, в том смысле, то, что сложно сказать, например, я был не прав, мне нужна помощь. А, так это тебе только решать. Это лишь я вас спрашиваю. Да мне вообще-то, я слышал такие, я не люблю, когда обманывают. Я считаю, что обман – это отсутствие чести. Она? Построим БАМ. Да, только раньше. Сергей Сергеевич, а вам что делать? Странный вопрос вообще. Мне сложнее всего сказать кларнет. Быстро селенивенький. Ясно. А мне сложнее всего сказать караматанэрил хаматын карын издан. Это по какому? Не знаю. Караматанэрил хаматын карын издан. На траве дрова, на дрове трава. И братва в дрова. Нет, там есть. А вот во дворе. Во дворе трава, в дворе дрова. Да. Во дворе трава, в дворе дрова. Давай быстрее. Тихо, 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 Андрей. Карлу, 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 Карлу. Кларнет. Во дворе трава, на выговаривали. Выговаривали. Во дворе трава, на траве дрова. А ну-ка, Юрок. Давай. Клару, Карлу. Нет, во дворе трава, на траве дрова. Часть? Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава. Сейчас. На траве трава. А сейчас вообще я вас покажу. Оно тоже. Это скороговорки специально. Это скороговорки. Сейчас, секунду. Речь. Ехал грека через реку, бить грека в реке, раксуму грека в реку, рак за руку греку цап. Вот это загнул, да? Вот это Макар дал жару. Сейчас, кстати, вот вы пришли, давайте вам вопрос такой. Денис Владимирович, Валерий Кузьмич, что такое факт? Вот сегодня парни размышляли, что такое факт? Вот определение, не примеры, а определение, что такое факт? Потом, может быть, дойдем до вопроса, такой аргумент, что такое факт? Вот Дима сказал самый первый, но он сказал... Дим! Что-то действительное, явное. Не требующие доказательств. Дим, ты можешь повторить, что такое факт? Явление? Доказанное явление. Но это тоже не совсем, ну, как бы это и правильно, или нет? Что такое факт? Как есть. Ну да, как есть. Истина, как истина, запомни. Это факт. Свершившееся действие. А если это не действие, а если это стакан, факт, пластмассовый стакан? Он же тоже свершился, ты имеешь в виду, конечно, да? Истина. Факт – это непреложная истина, да, не по факту. Ну, пластмассу можно даже рассмотреть на молекулярном. Всегда бывают люди. Конечно, но в данном случае мы окажем вас материальным. Мы тогда от материального мира, в нашем материальном мире. Да. Мы слишком быстро в философию ушли. Аргумент. Во дворе трава, на траве дрова. Молодец. Быстрее! Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в руку реку, а его там раком цап. А аргумент? Сложно. Что такое аргумент? Валерий Кузьмич, Денис Владимирович. Аргумент. Если факт, мы понимаем, что это истина, свершившееся действие, некое явление. Что такое аргумент? Аргумент? Да. Спасите меня ради караматанэрил. Констатация факта. Нет, нет, нет. Аргумент, что такое? Объяснение. Точка зрения. Это может быть аргумент и некое доказательство, которое... А ваши аргументы? Или какие ваши доказательства? Кокаином. Какие ваши доказательства?
Красная жара. Аргумент. Какие ваши доказательства? Он ему ногу раз протесал. Кокаин. Аргумент. Вот что такое аргумент? Аргумент. Ну, объяснение. Ну, наверное, не факт, точно. Не факт, да? Это не факт. Не факт, что аргумент — это объяснение. Не факт, что это точка зрения. Как бы аргументировать. Точка зрения, аргументировать, объяснить. А объяснение, да, некое объяснение. Доводы, аргумент, объяснение. Мы сегодня, знаешь, а что еще это начали? Сегодня, знаешь, что, из-за чего это начали? Андрюх говорит, у меня день рождения. Андрей, слезь оттуда, пожалуйста, братан. Он говорит, у меня день рождения. Я говорю, что, ты нам что-нибудь подарки там, нам все вместе? Артем, помоги ему. Не-не-не-не. И он такой, да нет, говорит, я с вами праздновать не буду. Мы с мамкой наделаем вкуснятину, и, говорит, никого не позовем. Я говорю, а что, парни, там ничего не пригласишь? Он такой, да нет, говорит, нет. Я говорю, ну целую неделю еще у нас. Да нет, говорит, неинтересно. И ему 9 лет исполняется. А Юра говорит, а мне уже 9. Он говорит, я старше. Андрей ему говорит, а что ты хвалишься? Я говорю, так Юр не хвалится, он по факту говорит, что ему 9 лет, он старше. И Андрей говорит, так, а что вы ругаетесь? Я говорю, в смысле? А что вы, говорит, на букву Б сказали ругательство? Я говорю, какое? Американское похожее, да. Я говорю, так я сказал, факт. И вот мы начали тему такую, что кто-то может словоблудить и говорит терминами, непонятными для других людей. И если не разбираемся в этих терминах, можно в блудняк впасть, ну как бы это, быть ведомыми в этой черной риторике, в этом всяком таком. И вот я парни сегодня немножко это подергал за ум, что там происходит. Но они молодцы, то есть примерно понимают, примеры хорошие приводят. Никита даже привел пример про школьника. Он говорит, типа один списывает у меня. Я на него пожаловался. Игорь сказал ему, ты тупой. Я говорю, Никита, а кто такой острый? Ну, это я, да, это острый. А он тупой. Поэтому можно впереться. А еще я ему предложил пример, что я у него возьму как бы наушники, и он попробует у меня забрать. Он говорит, нет, не хочу. Я убрал наушники. Убрал? Ну, давай сыграем в игру. Да, Денис Владимирович, ты же доверяешь ему? Я? Да. Денечка, доверяешь Денису Владимировичу? Конечно. Вот давай, как будто он у тебя тихо, как будто он наушники он у тебя уже приподнял, и ты пытаешься их вернуть. Ты сможешь ты его переговорить, объяснить? Про что? Про то, что наушники тебе нужнее, чем ему. Давай попробуем. Ну дай ему наушники. Дай ему наушники. Или Сергею Сергеевичу дай наушники. Попробуй ему объяснить, что наушники тебе нужнее. Скоро никогда не повторит мою хромоту на жопу. Зачем вам наушники? Как зачем? Слушать музыку буду. Аккуратно, близко не подходи, он видишь, крутит палку. Ты можешь делать упражнение и рассказать ему. Они мне нужны. Почему? Потому что я из них не могу. Чего же не можешь без них? Мы, знаете, мы рассматриваем тему только про тренировки. Только про тренировки. Я вообще раз только и хотел сказать. Да, 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 все правильно. У меня чеки, если не мои. Ты красавчик. Ну, молчу, все. У меня чек, если не мои. Чек есть анимаи. Чек анимаи есть. Как... Кто такие анимаи? Чек какой? Анимаи. Анимаи? Они мои. Они кто? Наушники. Такие. Которые вы забрали. Я у тебя ничего не забирал. Который я вам дал. Во. Ты фантазируешь? Я у тебя ничего не забирал. Интересно, да, не переживай. Где мои наушники? Тихо, не переживай. Такие. Ты же ему сам в руки, блин, вот я заставляю с ним подсказывать. Вернее, я сейчас бы с радостью влез в это общение. Я их слушаю. Где? В ушах. Нету. Где слушают музыку? В голове. Я тоже слушаю. В голове. А сколько времени? Вы уже все готовы? Потому что надо чуть пораньше выйти. 21:26, да. Никитос, на самом деле, знаешь, какая тема? Вот самый первый момент. Если ты кто-то что-то кому-то дал, это первая такая штука. Я на того прикололся, ну по-братски. Если ты что-то кому-то дал, все, можешь забыть. Это бывает такое, что если бы он был негодяем, сказал, братан, ты мне их сам отдал только что. Здравствуйте. Это первый момент. Второй момент. Так как мы играем, да, есть прикол. Смотри, аргумент надо, знаешь, какой, ну, доводить. Первое, что не забрал, а у тебя моя вещь. Вот самый главный аргумент, это говорит, у тебя моя вещь.
не забрал там еще как-то, вот у тебя мои вещи. Это один из важных. Тот, кто, конечно, будет спорить, говорит, да нет, это не твоя, там уже потом можно там разные прочие чеки, но самая главная важная штука, надо будет очень важно доказать, что это твоя вещь. А это доказательство иногда требует... Вот, про... Ваня, мотай пароль на наушнике. Не-не-не, как раз про то, что мы говорили. Я встречал людей, которые чувствуют, что проигрывают споры, и они брали, ломали. Ну, в то время телефоны простенькие, Siemens там были. То есть кто-то у кого-то что-то там при этом, ну, прижал, а потом начинает кто-то качать за эту тему. И прям при нем телефон разбивают. Представляешь? И все, и никому. А тот, кто это делает, он еще и... Ну, еще и потом объясняет, что, братов, ты меня растревожил. Сейчас я с Алексеем поздороваюсь. 500, 600, 700, 800, 850, 900, 1000. Не, у меня просто такие сдохли, да? Я никак не могу разобраться с ними, блин. Они когда закрывают? Они когда закрывают? Украла кларнет. Сейчас вопрос. Эльфийский? Эльфийский язык. Какие вещи? 100, 150, 200. Так. Сейчас, считай. Никит, что ты хотел сказать, Никитос? 400, 500, 1000. А, человек кого-то спрашивал. Все правильно? Молодец. Ложи, сейчас записываю. Ложи, клади. Молодец, ложи сейчас, секундочку. Смотри, Рыков Юрий Алексеевич. Не надо, есть такой, да? Молодец. Все, до завтра, до вторника. Парни. Так как я завтра в 6 часов только приезжаю в Саратов, въезжаю, завтра откроют зал Петр Владимирович. Лады? Все, дисциплина, никто не дергается, никто ничего не, это, не совершает лишних действий. Охрана завтра будет... Татьяна Ивановна, ну не очень, наверное, такая радостная, помните, женщина, поэтому это, ничего ни с кем не спорим. Сменка Бахилла, договорились? Давай, Дима. Так, Алексей. Все, Андрюш. Да. Всем до свидания. Ну, этот, на всякий случай, если не увидимся, да, ребят, до свидания. С грядущими праздниками тебя лично и твою семью, со светлыми, добрыми праздниками. Если вдруг мы не увидимся, то всех бабушек, дедушек, расцелуй, обними от нас, от всех. Скажи папе, маме, напомни, что воспитали, они взрастили очень хорошего будущего мужчину. Договорились? Все, всего доброго, до свидания. До свидания, Сергей Геннадьевич, хорошего вам дня. Ночи уже? Ну, уже ночи. Все, да, всего доброго. Нет, говорит, я на день рождения звать не буду. А что, говорит, вас звать-то? Я, говорит, с мамкой понаделаю дома всякого. И классно. Да, он сегодня тренировался, как будто бы маме сумки ну, несет. Вот я интересно. Он говорит, а мы так далеко не ходим, мы на машине едем. Я говорю, ладно, хорошо. Ну, испытание такое придумали. Юр, надо перетерпеть. Алексей, ему категорически ему не нравится боль. Он не может перетерпеть. На турнике я его объясняю, что надо сделать элемент, он боится, переживает. Если что, дома поговорить, я знаешь, как ему вкратце сказал, что жизнь, тем более сейчас такое время живем, она, возможно, подкинет в будущем ситуации больные для тела, для сердца, для души переживания. Надо научиться к испытаниям подготовиться. Сегодня пытался, чтобы это выучил выход на дну, на руку подъем. Вот, ну, переживание. Юр. Этот элемент поможет тебе очень красиво показать ребятишкам и девчатам свое мастерство. Это хороший фактор, хороший показатель. Пожалуйста, подумай над этим, ладно? Я тебе обещаю, боль перетерпишь, все получится, ладно? Все, до свидания и до завтра. Че, братва, собирай? Че, Серый, как скажешь, Василий там осилил? Василий осилил? По полной программе. Все осилил, кроме тройки. Кроме тройки.
Двумя руками тройку, а тройку, да, вот двумя никак тройку не осилили. Вась, помнишь, завтра нам надо 7:30 на пятаке уже встреча, чтобы мы прыгаем в таксон и вылетаем до Григорьева. 45? Адрес правильный там. Григорьева 30. Или 35? 36, по-моему. 36, по-моему, Григорьев 36. Надо фотки 36. Посмотреть, которую я скидывал это. Григорьев 36? 36. В общем, это... 49. Да 45, вы что, парни? 36-49. Вы меня специально путаете? Надо будет Захара спросить. Он по идее, должен знать. Вась, дома там или кого предупредить, что вернемся. Мы, надеюсь, раньше 6, но навряд ли. С собой помощь, чаек. Все дела. Что-нибудь перекусить возьмем по-любому. Ну, там яйка, бутер, что-нибудь такое этот сделай. Ну что, ты готов? Как сам оценишь завтра к выступлению? Ты готов? Вот сам оценишь. Готов, с одной рукой. Тихо, 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 тихо. Без одной руки по факту. Сейчас вот смотри, ты сначала говоришь, не, вот давай на Сергея Сергеевича, на Дениса Владимировича смотришь, они тебя тестируют, проверяют на твою готовность. Так, готов. Сейчас, секунду. Я включаю саундтрек. Мы сейчас врубаем композицию, пример не татарскую, а композицию, которая будет нас ориентировочно выступление. И сейчас смотрим, что ты делаешь, что думаешь. Автор, не помните этой песни? А, ну давай, в принципе, ладно, погоди. Какая-то «Берега России»? Сейчас, сейчас, другую, сейчас, тихо. Куренков. Сейчас. Ой, сейчас. Вот, включил татар сонг талала. Вот начало. Представь, сцена, ты выходишь, вон они, зрители, все дела. У тебя сольные условия. Так как мы вдвоем там втроем будем. Вот давай, слушай. Музыку слышишь? Все, поехали. Сразу скажу, зря ты начал крутить сразу. Уже зрителям станет скучно, если ты много крутишь одно и то же. Выход как-нибудь вспомни, красивый выход. Вот, начало идет. Пока думай, соображай. Если ты крутишь, ты должен постоянно больше, 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 лучше, круче делать. Центр принимай, центр сцены принимай. Тут надо. Оп. Давай, давай, конечно. Центр держись. Вращение, да, много надо вращений. Людям нравится всякая движушка такая. Рано две взял. Вот здесь надо две было брать. Здесь подожди, смотри, спокойно. Не торопись. Слушай музыку. Ты слышишь музыку? Руки в сторону раскинь. Вот так прокрутись просто вокруг себя. Вот. Музыку слушай.
Сейчас будет. Готовься, слова сейчас будут припев там. Здесь бодренько, да. А тебе там выпить, я замуж не учу. Сейчас пьешь, уже мы учим не замуж. Мы будем чисто лишь это. Музыку будем. Она идет, она там стоит, они будут все твои слова, если ошибет в одной букве, то это позор будет, да. Они играют на гармошках, на скрипках, ты поешь, что как ты можешь. Актриса, скорее всего, будет заниматься на путешествии в зимой. А чё? На лыжах. На лыжах. Самые лыжи. Там как раз это несколько премьер. Шучу, конечно. Нет, в Монголию поедем. Все? Молодец, молодец. Что Серый скажешь? Теперь сам давай, Вась, как оцениваешь? Только по чесноку. 4-3 с плюсом. О, нормально. А на сколько ты сделал элементов, количество элементов? Много разных сделал? Восьмерка. Такая вертикальная так. Восьмерка, такая восьмерка. Потом поясок. Вот этот вот. И один раз. Одной рукой троечка. Угу. Сейчас. На Сергей Сергеевич, посмотри, пожалуйста, что он сделает. Сейчас чуть по другую композицию. Куренков, Серега Куренков. Давай, Серый. Смотри внимательно, анализируй. Центр выбирай тоже, да. Тоже понял, отыгрывай так, да. Представь, у тебя сначала один предмет, Серый, один предмет, так будет правильнее. Желательно им как трости воспользоваться сначала. Давай. 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 Давай
снимали татарские песни из музыки, были на Бобре играть. Давай. Буквально 20 секунд. И это не-не-не-не. Вот здесь. Вум! Во! Хорошо, все. Собираемся, молодцы. Куда вот спит. Все не попал. Вот смотри. Все, да? Вот и глупее, я не попал. Набор, я тебя не знаю, спросил про набор действий. Я помню, какие звуки это все. Вообще, смотри, все, и берем двух, проиграем. Набор действий. Сколько ты насчитал у Сережа? Я в любом случае не думал, что тебе надо как Сережа сказать. Сколько ты насчитал действий у него, Сережа? Сергей, ты выиграл? Можно вспомнить? Мы поговорим. Он вертикальный идет, и горизонтальный. Вертикальный. Три горизонтальные, это четыре. Четыре. Дальше. Креп. Пять. Еще такое. Делал какой-то интеллимент? Да, он как бы. Троечку делал он, да? Троечку делал он. Крест сказали? Крест сказали. Троечку делал. Это уже шесть. Обеими руками. Уже шесть. Косил. Это называется косьба. Коса. Коса. Да, как косит. Так. Косу с таким перемахом делал? Да. Как бы сверху. Вот так. Вот так. Раз, вот. Потом. Вот так. Делал, да? Косу с петлей сверху. Это был элемент. Да, Серега? Косу с петлей сверху ты делал? А, сейчас он еще с вращением ее делал. Вот так получается она. Вот, уже 8, 100%. 8 элементов. Что еще? Вокруг себя крутился? Так, вот ее крутил. Вихрь задавал? Волчка. Задавал, да? Ага. Так, какие еще? Ну, не прыгал он в этот раз, он прыгать с альтухи не стал на всякие. Удары не делал, чтобы татар не напугать. Молодец. И перед того... собой вот это вот как. Да, ну тоже как двухсторонняя восьмерка двумя руками. Как она, ножницы срезающие, да, такая? Такой. То есть штук 10 он элементов сделал. Да. А вот сегодня вы сколько учили элементов? Сколько вы разных вспоминали? Че ты тройку не осилил? Четвертый. Я двумя руками не могу тройку. Я вот это вот из-за травмы я сбиваюсь. А что сбиваться? Она мне мешает как бы и не дает действий сделать. А, как бы это как? Как бы? Ну, делаешь действие, пытаешься, оно как бы что-то как срабатывает что-то здесь и не дает. А как бы это как? Движение сделать. Я докопался, да, Яша, что ты докопался? Как бы это как? Ну, как бы это как? Как бы? Он говорит, болезнь, как бы мешает. Это травма и не дает движение сделать. Я тебе верю, ну как бы это как? То есть она тебе не дает возможность делать тело. Да. У тебя как подвижность как маленькая. Как режет как будто. Режет, больно, мешает, боль. Есть такой, молодец. А ее перетерпеть можно, эту боль? Можно. Есть такая песня. Какая боль! Какая боль! Аргентина, Ямайка, да? Ну да. 5-0. Есть такой, надо терпеть, братан.
потому что сегодня как раз говорили, надо реально перетерпеть. Вот эта вся гимнастика, она поможет и подлечиться. Во-первых, физически телом ты не сможешь такую скорость развить, чтобы у тебя что-то оторвались, руки или ноги сломались. Ну, пока не сможешь. Но зато тело гибкость обретает. Вот эти состояния, да, вот это вот распластное. Опять, не обязательно брать предметы. Пустой рукой взял, раз, оп, оп, смотришь, как оно получается, какие действия, и все. Или там полотенчиком. Так, парни, собираемся. Ну что, завтра 8:30 запомнил? Да. Подхожу к аэростудок, приеду к установке. Не, там, по-восьмого. Ой, отставить. Не, 8:00. Да, 8:30 запомнил. Нет, 8:00. День татарской, завтра праздник, отставить. Песни, пляски татарской, едем не все. Вот с не всеми. До встречи, татары. Пой, соловей, пой, мой.